Друзья, всем привет огромный. Мы пошли в Исаакиевский собор, доехали на автобусе. Уже хотелось выйти из автобуса. Доехали на автобусе, думали. Мне прямо на метро. Думали на метро доехать. Там нас пересадкой. Решили. Прогуляемся. Там еще одна остановка должна быть, по идее. Исаакиевский собор. Так и есть, да? Я правильно посмотрел. У меня телефон сел, но. Так что. У вас телефоны заряжены? Да. У меня сел просто, чтобы потом автобус посмотреть. Мы же автобусы не знаем. Малая морская, вы знаете, да? Мы уже повернули с Невского. Да, я знаю. Улица Малая Морская. Идем в Исаакиевский собор. Билет в Исаакиевский собор стоит детский 200 рублей, взрослый 450. Правильно? Не знаю, вроде. Вроде так. Хотим подняться, я думаю, с Димой, может быть, не знаю, Настя захочет, нет? Подняться на колоннаду, это вообще клево. И покажем вам вид с высоты птичьего полета. И еще, конечно же, зайдем вовнутрь, посмотрим красоту. Ни разу там не были, я думаю, понравится. Адмиралтейство виднеется. Настюха, не холодно? Нормально? Тут ресторанчик. Люди отдыхают, гуляют, отмечают Новый год. Вон везде эти магазинчики-то. Тоже, наверное, есть. Да их на каждом шагу. Сувенирные лавки, они везде. Да, мамуля? Сувенирные лавки на каждом шагу. Вот остановка, по идее. Исаакиевский собор. Мы маленько пораньше вышли. Да ладно. Уже в автобусе было очень жарко, и народу как-то не набилось. Прогулялись. Да, конечно, народу что-то вообще много. На том было, да? Мы сели вроде в полупустой автобус. Но. Вот он и Исаакиевский собор. Мы идем, получается, прямо возле гостиницы «Астория». Красотища. Анастасия. В этот раз мы уже не раз посещали, да, это место. Экскурсионные автобусы стоят. А вы это в первый раз в Исааке, да? Нет, да. Где, вообще попаду туда? Нет, это что-то оттуда. Нет. Так это не туда. Не туда. Где? Вот это? На автобусы, наверное. Что-то и отсюда заходят тоже? Нет, да, отсюда. Музей памятник, Исаакиевский собор. Точно. Это что, все столько народу туда? Ну, а у них же стояли эти вот, но уличные. Вон стоят уличные. Пойдем сходим. Здесь столько народу. Запаришься стоять. Слушай, а тоже поди можно было это? Онлайн поди можно было? Наверное. Да? А может прямо сейчас можно онлайн сделать? По вечернему городу. Давайте пойдем. Ничего себе, какие ворота, двери.
Ага. А здесь билет, да? Да. Так, билеты. Исаакиевский собор. Тут не делается. Видишь, дети не делаются. Значит, не положено. 4. Далее. Че? А добавить билеты нельзя колоннаду, нет? А я не знаю. Попробуй. Добавить билеты. А, можно. Колоннада. 2, да? Да. Далее. Все, вот. А, вот они оба. Далее. Нужен чек, да? Нет. Че? Номер телефона. Да. Ты ведешь свой номер телефона и потом 8. Ну 2400. Все, одним можно. Видите пин-код, нажмите вот, да? Правильно? Да. Оплатить. Подожди. Идет проверка, да? Все. Подготовка к печати билетов. Что, билеты? Да. Да подожди, еще не все. 6 штук должно быть. А что, платить нажимал? Мы ничего не нажимали, оплачивать. Само. А, так все просто, в принципе. 6 билетов. 4 в Исаакиеве, да? И 2 получается на колоннаду. Все по сути. Нет, еще один. Не, я понял, понял. Еще один. Вот сейчас. Вот, последний. Все? Все. После оплаты, чек, все. Все? Давай разберемся. Мы намного быстрее даже. Это что такое? На колоннаду, вот. Еще. Штрих-код для прохода на колоннаду. Дима, мы с тобой потом. Окей, мы потом. Детские, получается, не прокатили. По 450 рублей. Где вход? Вон там. Ох, там народу тоже. Стрики ворота. Мощь. Пойдем посмотрим на красоту. Надо было приложить, я показываю. Можешь прикладывать. Нам никому ничего показывать. Да? Прикладывай, не нуля. Все, идете? Идете? Вау, обалдеть. Ничего себе. Но эти... Ничего себе, это же... Там деньги за 200 рублей. Там, действующий, да? Это же действующий храм, собор. Красота. Смотри наверх, Дима. Ой, точно. Дима, смотри наверх. Вот это красота, да, Настюха? Какие двери. Большие южные двери. Скульптор Виталий, 1848 год. Прикинь, вес более 20 тонн. Вес более 20 тонн? Там написано.
табличках поставить. А что, давай это пойдем. Алло, а вон там тоже столик. А можно, да? Будем заказывать. Что заказывать? Нет. Слушай, знаешь бы я что купил в машину? Что-нибудь. Красиво. Отсюда. Нет? Там горит огонь, где поджигают свечи. Зачем? Вот которые ставить. За здравие. Можно Что, мамуля? А? Из янтаря сделано. Можно. Тоже лик из янтаря сделан, да? Тоже янтарь. А, тоже янтарь? Тоже из янтаря. Пойдем туда, там где-то должен быть, как его делали, Исаакиевский собор, такой макет небольшой. Там с Настей тоже сядем, посидим на лавочке, да? А мы пока сходим на колоннаду пойдем. Вот здесь, смотри, продают иконки, может, подвесочки какие-нибудь. А, вон он, вон. Пойдемте посмотрим. Можно просто магнитик именно с Исаакиевским собором. Именно отсюда. Димка, пошли посмотрим, вот стрелять там. Макет. Это какой он был?
Раз, два, три. Это четвертый уже. Понял, с чего начиналось? Трех и всяких, не четырех. Это тут четыре. И деревянный был, сперва маленький, потом такой, потом такой. Сейчас вот какой есть. Такой здоровый макет. Купишь его, наверное, за 1020. Сперва маленький был, он вроде горел, да, даже? Да. Это, видать, как сделан купол. Модели разреза купола Исаакиевского собора. И что? Модели разреза. Да-да-да, вот колоннада. Вот, как делали. Видишь, большая. Как колонны поднимали, какие леса были. Это как колонны поднимали леса. На четыре стороны закрепляли от каждой колонны. На четыре стороны, дабы колонна не упала во время установки. Ни одна колонна не упала. Даже скрип, написал мой фран, даже скрипа за два года не было. Колонны ставили в течение двух лет. Он написал дословно, не то, что ни одна колонна не упала, а именно ни одного скрипа не было за два года. Вот так идеально все рассчиталось. Вон там. Сейчас телевизор показываю. Колонны. Да. Вон, Дима, видишь, как поднимали? София! Видишь, как поднимали колонны? Весом там сотни тонн. Точный вес я не знаю. Как поднимали колонны. Ну вот макет стоит, получается. Че, красотища. Смотрю, вот что есть. Прикинь, мазак, тут всего 48 колонн. 48 колонн, там написано, да? было поставлено всего 48 колонн. Пошли на колонаду. Сейчас мы еще не везде были. Я тут. Да-да-да. Как ты при крещении? При крещении Георгий.
Мама что? Вера. Вера Владимировна. Вера. Это 200. Владимир, спасибо. Владимир. Папа Владимир. Вера Владимир. 10 имен можно написать. Да впиши кого. Алик, Альберт. Он не Альберт, он Александр, по-моему. Александр? Екатерина. Ксения, да, это. Ну, Анастасия. У Женьки, да, чтобы за здравие помолились. Все. Можно нам, пожалуйста, еще свечки? Какие? Какие? У меня есть свечки, что я добавлю. Угу. По 50, по 100? Да, не знаю. По 100 можно на каждого, вот у нас 6. Держите. Это. Спасибо большое. Папу с мамой. Это вам. Оставить только. Одну мне дай. Это маме. Это папе с мамой. За здравие. Да. Куда стоит? А Николай Чудотворец есть? Мама, пойдем к маме вместе. Не. А в любое место? В любое место, кроме столика. Столик за упокой. А где столик? Туда можно поставить центральную. Угу. Смотри, свечка. Чуть-чуть подходим так. Чтобы она приклеилась. Сейчас она в свободу лесу. Я уже раз переключу. А ты какого ладу? Я вот туда пойду. За мамульку. Александр Невский просил. Нет.
и за папульку. Всем здоровья, чтоб не болели. Все молодцы.